Так, 17, все остальное вчера было. 18 сентября сегодня. Выехали опять по тем же полям. Скосили подсолнух. Вчера, вот когда я уезжал с охоты, начали косить подсолнух. Ну, я надеюсь, что с подсолнуха перепел повылетал на поле, который весь прятался. Вот. Как бы, ну, видно. Ну, попробуем поохотить. Вчера взяли хороших таких перепелов. Шикарный, жирный перепел. Дома чистил. Шик. Так что, пойдем сейчас. У меня дынка, она умеет разговаривать. Вот она что-то рассказывает. Что ты рассказываешь? Ну что, что? Тебе ж не один годик. Ты уже 8-летняя собачка, тебе скоро 8 лет будет. Да. Идите на охоту, все равно хочу, скажи, да? Скажи, 8 лет, а на охоту хочу, да? Да? Ну сейчас, я можно ружье заряжу? Если ты не против. Вперед работай. Это чудо еще. Работай. Вполне возможно, что весь перепел мог сняться и улететь ночью. Просто. Просто поле может быть пустое. Посмотрим. Запахи есть. Я вижу, что запахи есть. А перепела нет. Ента не есть, хорошо. Да. Вот сейчас красиво видно. Вот солнце зашло. Вот наш залив. Вон море. То есть мы на поле находимся над морем. И перепел садится отдыхать. Перед перелетом через море на поля вдоль моря. Чего? Птички-то нету. А запахи есть. А птички нету. Птичка собрала манатки и сказала: ребята, сколько ж можно по мне стрелять? Останутся инвалиды и коллеги под ранки. Приехали на другое поле, тут какая-то клоунада, состоящая из 100 человек. Я так понимаю, они идут без собак. А, нет, одна собака у них есть. Понятно. Типа на шумовых стреляют. Вперед, работай! Молодец. Неси. Давай. Хорошо, есть. Стоять. Работа. Вперед, давай. Молодец, отлично. Молодец. Неси. Дай. Красава. Давай. Работай. Вот люди охотятся с норной собакой и толпой. Без собак.
добытчики мяса. Работай! Неси, дай, 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 молодец, работай. Господи, боже мой, кошмар, конечно, это ужас, а не охота. Собака бегает. Жирает перепелу, охотники бегают за ней, забирают у нее перепела. Что еще такое? Стойкал. Манок. Стоять! Стоять! Стоять, 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 стоять! Тихо, 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 тихо. Оп! Иди рядом, пошли! Перепелов мало, так что работаем. Не так он далеко улетел. Оп. Адель, иди сюда. Иди сюда. Вот я увидел чужого. Ну, кто-то выстрелил, перепел, переместился, сел прямо. Прямо под этой, скажите мне. Адель, иди сюда. Здесь перепел, иди ко мне. Прямо под столбом высоковольтным сел. Адельочка, стоять, стоять! 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 Жди меня! Так, Адель, вот здесь вот. Вот здесь. Иди сюда. Он здесь. Как же стрелять его? Красота! Дай! Фу. Вот он, красавчик! Летный! Может, еще что есть? Закончили мы на сегодня охоту. Сегодня было меньше перепела, чем вчера. Вот перепел такой же крупный, перепел летный. Ну вот, хорошо походили, часик где-то. Я доволен. Адель, сядь на место. Сейчас посчитаю сколько. Так. Раз. Два. Три. Перепел, конечно, красавец. Нельзя. 4. И 5. Нормально. Все, да. Иди на место. Иди на место, сказал. Так что охота продолжается. Пока. Так, ну, после охоты, как обычно, перепелочек почистили. Ну, просто хочу показать, что потом с ними происходит. Вот очищенная перепелка, замаринованная. Это что у меня? Ну, это не перепелка, понятно. Ну, или очень большая. Вот, это вот у меня 7 перепелочек здесь. Значит, это паприка, красный перец, соль, какие-то травки там. Сейчас еще потом, когда готово почти будет, с соусом барбекю. Значит, вот мой мангал. Я их так прикопчу, поджарю, вот. Как это все выглядит. Здесь угли тлит, вон, значит, дровяняка мокрая, яблочная. Вот, вот оно как коптится, вот дым выходит.
А здесь у меня сейчас скумбрия. Здесь у меня сейчас скумбрия, скоро подготовится. Вот, и я сразу загружаю, это курица домашняя, а потом перепелок. Сниму все, покажу. Как бы процесс должен быть завершен. Поохотились, разделали разделку. Снимал. Приготовили. Ну, поели. Стружка яблочная, сливовая. Я мокрую стружку вот так вот замотал фольгу, сделал дырочки. Положу сейчас. Ну, как бы вот так вот приготовил. Курочка еще готовится. Перепела готовы. Поохотились, приготовили и съели.